Здравствуйте. Доброго времени суток всем, кто зашел в гости. Напротив Сан-Мишель есть ресторанная зона, я туда отправляюсь. 4-я линия метро. Идем к ресторанам. Снимала видео в предыдущем немножко, моя перчатка попала в кадр, так как очень холодно. Замерзаем, как пингвины. В каждом городе, в каждой столице есть какая-то ресторанная зона, где можно туристу поживиться, покушать, купить сувенирчики. В Париже она тоже есть. Находится недалеко, возле Нотр-Дам-де-Пари, на противоположной стороне от него. Сейчас я иду по этой зоне. Вечер, понедельник, не все открыто. Конечно, в летний сезон больше ресторанов работает. Закусочные. Туристы гуляют в любое время года и дня. Некоторые рестораны открываются ближе к вечеру, потому что в некоторых ресторанах не только можно покушать, можно потанцевать и послушать живую музыку. Классическая французская кухня. Сладости, мороженое, французские сувениры, беретики. Все здесь имеется в наличии. От классической кухни вы можете также перейти к веганской кухне. Она тоже тут имеется в ассортименте. Фалафель. Здесь также представлена кухня разных народов. Турецкая, греческая. Можно встретить Марокко, Алжир, Тунис. Они все едят кускус. Тут тоже представлена и их кухня в ассортименте. Вот ресторан, где предлагают кускус попробовать. Вегетарианский 12 евро, с сосисками, с мясом 14-15 евро. Классическая французская кухня, фондю. Ну и Деда Мороза, которые приглашают зайти в гости. Французам и жителям Парижа в юморе не откажешь. Летом здесь очень оживленно, много людей стоит, зазывающие в ресторан, сотрудники ресторанов. В летний период здесь очень оживленно, все столики выставляют на улицу, много туристов. Очень тут горячо. Горячий сыр и улитки. Луковый суп и стейк. У улитки. И также французские десерты. Тарт-тата. Очень популярный. Бутерброды и кебабы. Зимние шапочки. Ну, сейчас зима, с эмблемами Парижа. Носочки от них тоже не отстают. С Эйфелевой башней и с Парижем. Конечно, французский багет, магнитик. Стильные, красивые рестораны. Для тех, кто замерз. Рю Сан-Северин. Дорога выходит на Нотр-Даму из этого латинского квартала с ресторанами. Хотите мяско? Мяско. Это для мясоедов. В общем, стильный квартальчик. И летом, и зимой. Летом, конечно, здесь красивее. Но я вернусь еще к туристической зоне. Не период. Свяжу это видео ближе, наверное, к Олимпиаде.